Вопрос по сносу недостроенной Триумфальной улицы в Гусарской Балладе нашел свое разрешение. После продолжительных переговоров окружной администрации с представителями Росимущества утверждено мировое соглашение на снос объекта незавершенного строительства. Земельный участок, на котором находится этот объект, будет передан в муниципальную собственность. А, соответственно, как следствие, после этого мы снесем этот объект и будем уже там в дальнейшем вовлекать его в оборот. Строительство жилого дома на Триумфальной остановилось еще в 2015 году. При этом разрешение на его возведение не оформлялось. После неоднократного обращения в контролирующие органы в данном вопросе появилась положительная динамика. До конца года еще раз фиксируем предоформление земельного участка вместе с этим объектом, который на нем находится. И планируем бюджет и нашу программу по строительству объекта. Я так понимаю, что это первые 2-3 месяца следующего года можно будет сделать. После подписания соглашение о передаче земельного участка в муниципальную собственность будет направлено в областной арбитражный суд. Далее начнется процедура переоформления земельного участка. Планируется, что процесс завершится к концу текущего года. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».